ёбаные баные пидоры, блядь. Налево или чё? Ёбка, блядь. Сука, нахуй. Блядь, ёбаные аэрвави, блядь. Сука, нахуй, пидоры, блядь, заебали. Особенно грузовик, вот хули ты, блядь, дура. Здесь, блядь, вертишь рулем, долбоёб, сука, перекрыл, блядь, ёба потока, черт, сука, обоссанный. Туда, блядь, ему на Газпром надо. Нахуй тебе надо, блядь, съебаться, смотри, значит, дорог, блядь. Вырастили, блядь, пидоров. Сука.
ладно. Нет. Ничего не все, блядь, потеряно. Нам уже похуй вообще.
блядь, едем нахуй или дрочим. Сука, заебли, блядь. Все покраснело к хуям. Ирина, запятая, это ИП, точка. У него нет печати. Блять, есть тимолетка.
ты заебала, блядь. Сука, Форд!
еще, блядь, тут пидорасы. Молодец, блядь. Чё, блядь, стоим, ёбаные нахуй. Наяривают нахуй. Понятно, блядь. Дерзкий какой малыш там.
exit, turn right, and then давай, 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 уебывай нахуй отсюда. Ты тормозишь-то, ёб твою мать. Ну а сразу нельзя было, блять, показать. Зеркалов без нихуя просто, блядь. Тонны, блядь. Блять, баклажановый баклажан. Ну что ты, блять, плетешься, сука?
Пристегнула парня? Видите, что ли, прям оптика? Точно. В нашем магните тоже закуток с оптикой появился. С готовыми очками. Да, что, магнит наши. Молодцы они. Все, что продается, Тиму торгуют. Чувак. Вообще-то не просто. С какой-то елкой. Да, букет аж все готовят. 1 сентября. Так, ты оценила мою шуточку? Я мастанюха аж созвонилась. Мы оценили, дорогие, не знаю. Да ясно. Че, где вы были сегодня? Так, мы Оксану ходили поздравлять. Еще раз, что ли? Да. Ну, мы тогда не подготовленные были, а сегодня ее там подарок ей вручали. Витя там хотел тортик. Мы пошли, он тортик поел. Потом что мы искали? Мы искали, где мне поставить набойки на туфли. И у нас в округе их не оказалось. Что? Лабу Никита необычно. Везде тусует. На станции не сидишь. Короче, завтра поедем. И я сдам. Потом просрался нормально и легче. Не знаю, вот может кто-то.
поедем еще раз подстричься. Вообще с каждым разом все. Но он все меня Вообще прическа у тебя отличная. Да, вообще очень. То есть самый теперь красивый мальчик на планете. Че хватит? Не надо говорить, что у тебя прическа красивая. Да, все. Ты молодец, да, Хорошо. В ближайшее время точно не будем подстригать. Через месяц только, когда у тебя когда волосы вырастут. Да, будут мешать. Большие волосы. Да, большие волосы, тогда подстригу. Большие волосы вырастут. Обязательно.
как тебе запеканка капустная? Ну, что-то так себе. А ты вообще не любитель капусты? Ну, не в таком виде. Тушеная и свежая, вот два таких нормальных варианта, что можно с капустой сделать. Алло, мам, привет. Привет, сын, а ты не за рулем? За рулем. А, ну ладно, тогда не будем говорить. Я думала, ты не за рулем. Ты домой едешь? Ну да, через магазин. Ну ладно, тогда я попозже позвоню, давай. Хорошо, мы сами наберем. Давай. Давай. Это бабушка звонила, ведь. Это бабушка мне звонила. Ну, соскучилась по тебе, говорит бабушка. Надо созвониться. Что такое? Чего? Повернул чего? Ну, сюда повернул. Просто магазин в этой стороне. Мамагазин, мамагазин. Такие здания стоят, заброшенные. Turn right and then turn left. Офигенные постройки. Что не заброшено? Да вон там стояло здание, без дверей, без окон. Смотрите, всё равно разнесено. Обожаю ванны, где есть окно. Вот в таких как раз старых талинах. Ванны такие. Они продолговатой формы и с окном. Что думаешь, на Свердловскую, да, проще, чем потом со станции Нисей поворачивать? Проще нифига, лишь пробка тут и там дальше такая же, поэтому вообще надо на парошку эмигрировать. Ну так я думала, ты там и поедешь, и на парошку. Да что-то я опять затупил, послушал барышню, но вчера меня не туда повела, а сегодня что-то косячит. Чего ты разговариваешь? Слишком разговорчиво, я смотрю. Так, чуваки, выйдем в жопу языки, мы едем. Route recalculated. Там тоже какие-то раскопки на парашютах. Вот почему она меня сюда не вела. Сейчас типа после кольца тоже сразу пробка начнется. Ну там такая пробка. Пробочка. А, помнишь, письмо-то приходило какое-то судебное, что мы должны, там у приставов торчим. И 700 рублей я заплатила. В итоге мне их вернули обратно. Потом в ТВК был ролик, что много людей обращается, что вот на какую-то, на нашу, короче, именно правобережную, что многим пришли такие письма, типа у нас долги, а по факту у нас нет долгов. Там какие-то разбирательства велись. Вернули даже. Уже хорошо.
даже боюсь представить, что там с этой общагой сейчас. Что с ней не так? С из комнаты? Угу. Да чуть это живет, ты не живет там. Хуже уже не будет, да? Ну, типа того, да, там ремонт трехкопеечный, что. Там мы ремонт не делали, что там только около кухни что-то наклеили. А, плинтуса я захерачил, да? Угу. Толочная плитка. Ну, самый такой трехкопеечный. Что это? Короб у двери из пластмасски сделан. Ну, зато вообще как получилось его сделать. Шикарно как будто. Вообще. Там ручка уже отламывалась. Это. Я ему разрешаю, что это, если там что-то ломается, что, ну, счет оплаты, он мне там ну, привозит чеки, что там ручка столько стоила. Ну, а ремонт, хорошо, соответственно, сам своими руками. Угу. Ну, там же и стиральная машинка стоит. Я говорю, вы найдите мастера, который отремонтирует, ну, как бы тоже в счет оплаты. А она говорит, он сказал, что ему, короче, не надо. Она говорит, стоит, да стоит у меня как тумбочка. Ну, тоже видишь. Дядя, видимо, старые закалки. Проще самому постирать, чем. Как ты, как вспомню, цветная. Ты купаешься, и носки с тобой рядом плавают. Вот. Развидеть не могу. Ну чё, я просто вряд ли плавал, я просто сначала в них купаюсь, а потом уже снимаю их, чтобы прополоскать. Какой выдумщик. Так удобно, ты сам моешься, ноги как бы они так, а в носках вообще еще и постираются. Ну что-то это там возле зоны что-то роют. Наверное, поэтому она и предложила, да? Ну да, но там мы все равно простояли дольше, да, чем здесь постоим. Там просто это, видимо, разъехаться не могут. Трубы везде ремонтируют, на Красрабе аж там участок дороги перекрыли, вот где так вот сделали. Где Крастец, да? Там что-то вот за Крастец. Где Крастец, там 26 бакинских комиссаров вообще закрыли, а там вот где к нефтебазе подбираешься, вот там участок дороги по направлению сдвинули и вот так вот сделали поворот. Короче. И это уже давно. Вообще все перекопали. Ну как давно? Я вот по Красрабу, наверное, может быть, ну, недели Крастец три назад ездил. Была одна ситуация, сейчас другая там. А. Видимо, еще хуже стало. Могли бы летом все сделать, когда все люди в отпусках там и город не сильно загружен. Да уже в мае начинать делать и все. Ну, типа того, да. Многие уже в мае дачники на дачу уезжают жить. Дачный сезон открывают и все, уже меньше. Когда на перекличку мы с Витькой ехали на такси, там короче дядька нас вез, и он там что-то слово за слово, ну он там Путина костерил, там что-то про революцию говорил, что только революцией можно решить все. И чайный революционер. И что-то про деньги и про зарплаты. А я что-то говорю, такая, ну, типа, что там, 30 тысяч зарплаты в наше время, разве это, типа, деньги? Он тут на меня посмотрел. Вот я стесняюсь, типа, спросить, кем вы работаете. Я, говорит, 40 получаю, и я не представляю вариант, что я больше буду получать. Типа, мне же, говорит, 45. Кто меня возьмет на работу? Ну, если так рассуждать, в 45, вы так говорите, как будто вам 75. Ну я же грузчиком не пойду, говорю, по вашему грузчику. Ну ты думаешь, ладно, что с чуваком спорить. Он говорит, я 40 получаю, там жена 20 и все нормально. Или даже 15. Короче, говорит, 60 на двоих получаем, и все нормально. Типа дети уже взрослые. Route recalculated. In 100 meters, turn right. Я просто удивилась, что и чувак, типа, доволен ситуацией, что, ну, вот я... Так а с чем революция, если он доволен ситуацией? Типа, на эти деньги можно жить.
Но жить-то можно, по большому счету выживать. Условно, если это вот такая квартира своя. In 200 meters, turn right, and then sharp right turn. Таксисты эти только делают, что ноют. Как Диди, значит, им доплачивают, он с этим таджиком разговаривая, на Диди вез нас с Валькой с рынка. Он говорит, я 5000 как минимум в день зарабатываю. Я говорю, не знаю, сколько там, ну, Диди у вас стоит, ну, типа, нам же они доплачивают. Говорит, я везде, говорит, во всех такси зарегистрирован. Ну, если он 5000 в день получает, то, конечно, это 20 дней ты поработал, 5,2. Соточка. Так он говорит, я как минимум получаю, ну, 5000. Он говорит, вчера я 5000 заработал. Вообще в легкую. И все равно это дорогое. Думаю, сука, и вы тут жалуетесь, все равно бедные, несчастные таксисты. Значит, как за 500 рублей мать с ребенком-инвалидом везти в школу, это нормально. Хотя тут ехать 10 минут. А жаловаться, какие они бедные и несчастные, sharp так это прям right для них норма, что они так мало получают. Route recalculated. Turn right and then turn left. Носки и это. Носки. Видите, и трусы посмотреть. На 5 там рублей. Хорошие. А почему на 5 рублей-то? Ну ты мне написала, типа, мне надо что-то закупаться, на 5000 рублей надо. Не, 5000 рублей это, видите, подделать всю одежду, купить сменку еще. Ну я думаю, что right. Ему другая сменка нужна все-таки. Те туфли, которые мы купили, в них тяжело. Спортивный костюм еще надо ему взять. Turn left and then turn right. Короче, из одежды. Там из детского шмота все плохо. Почему? Ну, потому что он уже вырос из того. Он уже как на подростка, типа, одежда. Ну, там разные же одежды есть. Ну, в прошлые разы там или для маленьких очень. In 200 meters, turn left.
Леша Эндель мне звонит сегодня, говорит. А я с ней уже 100 лет. Блядь. Он что, дурак, что ли? Я в зеркала не посмотрел. Нашей Шайкиной попали в какую-то передрягу, попали в какую-то секту. Да. Папа видит, что там магазин. Короче, давай там про биороботов что-то рассказывай. В общем, Миша, вот этот магазин. Я говорю, ну я насчет себя как бы я могу сказать, что я не попала в секту, насчет Натахи не уверена. Позвони ей узнай. Стрелка налево странная была. Это... Ну, она как-то три раза поморгала, три тачки проехали и все. Бррр. Че, холодно? Ну, что-то так, вздрогнул. Ну, потому что вот я вот так вот еду, мне вообще не жарко. Ну, вообще не жарко. Что, могу подогреть тебя? Нет, себя подогрей. Они до 12 работают. Я думала, они до 11 работают. Может, туда магазин? Куда? Вот магазин. Да, мы ждем светофор, когда разрешит светофор ехать. Ведь ты писать хочешь? Да. Хорошо, мы сейчас в магазине в туалет ходим. Он там моргал. Я курочку гриль приготовила, крылья и ножки. Но они не соленые получились. Я их мариновала в аджике. Это была соль. Почему-то не соленые. Соль всегда можно добавить. Эй, ямщик, поворачивай к черту! По цветам, я не знаю, что-то все там, кто принесет, кто не принесет. Да, эти веники одевать бедной женщине. Ну, я тоже думаю, что это... А с Таней Колесник разговаривала, она в горшке купила. Ну, тоже думаю, сейчас все захотят подмазаться, все принесут. Да, поэтому лучше. Но я вначале думала у бабушек букет купить, знаешь, там, за как маме на день рождения, там, типа, за 250 рублей. А сейчас уже, думаю, наверное, не стоит. Пусть лучше руки свободные будут. Мы теперь футболки все уже маленькие. Вот за футболками в сток можно будет заехать. Вроде в плечах все нормально, а пузярка. Сегодня белую аж вот так вот натягивала на него. Он еще как ты, прямо так вот его специально как будто бы выпячивает. И фотографируется в туалете своего живота. Я говорю, давай ты вот покакаешь, тебе легче станет. Говорю, садись на унитаз. Он сел, я говорю, давай я тебе телефон твой принесу.
стенка, ну, которая... Полькина одногруппница, да, муж у нее в налоговой. Короче, они на выходных в субботу ездили на ману. Двумя семьями. И из обоих семей дети. И частично родители. В итоге там рвота, дрестоз, температура. В инфекционку даже мат проводили. Ну, хер знает. Хорошо, что? Получается, что так. Ольга с Лёшей в пробку попали и... Не, ну просто они же это... Дети-то купались. Вот в чём дело. Ну, я думаю, что от воды это, скорее всего. Почему запрещают в водоемах во многих купаться? Не потому, что, типа... Лишь бы кому-нибудь наговнякать и испортить отдых, а потому что там слишком много опасных микроорганизмов. И вот у нас... Как получается, вся мана должна была дрестать. Может быть, вся и дрестала. Там больше рвало. Может, если как-то там через рот заглянул воды. Хотя за маной такого... Не замечалось. Может, кто-нибудь что-нибудь выливает туда из толчка. Блин, чувак, я думал, ты более шустрый. Чувак в каске со страховкой на крыше подъезда в этом доме. А, там что-то в том доме, что-то с подъездами шевелит. Вон там с самого этого вверху. Что, волшебный престоль? Кто-нибудь к тебе приехал закупаться? Сейчас выйти от покушать. Хе-хе-хе.